В 2008 году началась реконструкция главной улицы Ишима. Федор Борисович, по главной улице города создается впечатление в целом о городе. Вот вы сегодня довольны тем, как меняется улица Карла Маркса? Ну, конечно, я стоял у истоков этой улицы Карла Маркса, то есть начинали мы ее вместе с Сергеем Ивановичем Путминым реконструкцию. И, конечно, меня радуют те плоды нашей работы, что мы все-таки сумели эту улицу довести. Жители города Ишима нам не верили в том плане, что все вырубили, все насаждения и прочее. На сегодняшний день мы все равно эту улицу приводим в нормативное состояние. На сегодняшний день у нас также выделены финансовые средства для окончания улицы Карла Маркса. И, по крайней мере, в этом году мы должны ставим перед собой задачу, что полностью все недоделки, которые у нас были сегодня по улице Карла Маркса, полностью их закончить. И вчера я вышел из своего кабинета, прошел до автовокзала по правой стороне, назад возвернулся по левой стороне, еще раз дефектовку сделали, то есть это у меня все под личным контролем. И какие у нас недоделки есть, мы их обязательно должны вот в ближайшее время устранить, закончить и, будем говорить, к зимнему периоду, с наступлением зимы, уже ввести данный объект в эксплуатацию. Потому что нам вдвойне сложнее, он сегодня у нас не введен в эксплуатацию, соответственно, не выделяются финансовые средства на содержание данной улицы. Поэтому задача стоит такова, и в ближайшее время мы с этой задачей должны справиться. Меня также волнует вопрос по зеленым насаждениям, которые сегодня засохли. Мы их принципиально не убираем для того, чтобы в любую минуту приехала счетная палата, проверила, что они действительно, мы их садили, но не произошло приживание, будем говорить, зеленых насаждений. Поэтому планируем в сентябре месяце провести дополнительную посадку и закончить с этими тоже деревьями, чтобы, по крайней мере, значит, зеленые насаждения были у нас на следующий год уже прижились и как бы были зелеными. Значит, мы очень сделали по Карла Маркса много, я считаю, что и малые архитектурные формы, и памятники, вот, и Шахлину, и Никитину, и ряд других памятников сделали. Это тоже украшает город. Мне все нравится в этой улице. А что меня не радует, это, конечно, фасады. И мы буквально позавчера заместителем главы города по городскому хозяйству проехали и определились. Мы очень много жителей сегодня видят в городе, что мы очень много домов ремонтируем по 185-му федеральному закону, ремонту многоквартирных домов. И ставим перед собой планку и задачу, что если эта программа сохраняется на 2013 год, то, по крайней мере, значит, как можно больше сделать, отремонтировать фасадов на улице Карла Маркса. И мы это постараемся сделать, потому что сегодня появляются новые кровли. Мы уходим от мягких кровель, значит, к шатровым кровлям. Все дело в металле. Сразу вид меняется вот именно на улице Карла Маркса.